Всем привет, друзья! В сегодняшнем видео мы с вами продолжим знакомиться с новинками из магазина Fix Price, а также обсудим качество некоторых товаров. Мне есть о чем вам рассказать. Новые наборы алмазных вышивок. Посмотрите, какие красивые картинки. Зимняя ночь, милая девчушка на коняшке, лимоны, а также красивые цветы. А также милые наборы для вышивания крестика. Милые зайчики с красивыми попками. В наборе есть иголка и полный комплект ниток мулине. Несколько наборов пластыря в мини-упаковках. Серия называется «Дорожная аптечка». За счет маленького компактного объема можно положить даже в самую маленькую сумочку. Эластичные фитнес-ленты. Это не новинка, повторный привоз. Стоят они 99 рублей, размером 2 метра, шириной 15 сантиметров. Фиолетовая лента, максимальной нагрузкой до 10 килограмм. Самая удобная. Я такой занимаюсь, мне очень нравится. Мышцы прям чувствуются, как напрягаются после упражнений. Новые корейские маски, которые называются Му-Му-Му, и на пакетике изображена коровка. Есть несколько вариантов этих масок, стоят они 55 рублей. Вот такая, говорят, хорошая маска, питательная, и у кого кожа обезвоженная, срабатывает эта маска просто прекрасно. В магазине по улице Ленина просто большой выбор различных спонжиков, щеточек для умывания. А еще появились новые наборы накладных самоклеющихся ногтей. Стоят они 99 рублей, в наборе 24 штуки. С обратной стороны указана инструкция, как их клеить. Посмотрите, новые формы. Есть как стандартные прямоугольные и квадратные, а также ноготки вытянутой овальной формы или же стилеты. Новые наборы спонжиков для макияжа с футляром. Цена 149 рублей, продаются в разных цветовых решениях. Говорят, что удобно такие спонжики вместе с футляром брать куда-то в поездку. Не знаю, я не пробовала. Если кто-то возил, пишите, удобно или нет. Белый мелованный картон. В упаковке 24 листа. Для девочек привезли неплохие наборы мини-кукол. Посмотрите, какие интересные милашки. Продаются набором из двух штук и стоят всего лишь 99 рублей. Приятные на внешность, очень много комбинаций платьишек разных форм. И я считаю, за 99 рублей набор очень и очень удачный. Также в магазине есть и наборы пластиковой мебели для кукол за 199 рублей. Подробнее я вам показывала в предыдущих видеообзорах. И также большой выбор различных других игрушек. Очередная модификация в светящейся машинке. Косметический автомобиль будущего, который светится, издает звуки, питается от батареек. Цена 199 рублей. Большой выбор различных других машинок. Это коллекционные машинки за 99 рублей, большие машинки за 199 рублей, военная спецтехника, пожарные машины, наборы из 4 машинок разных форм. А также, я думаю, мальчишкам понравятся наборы машинка со сменными кузовами за 199 рублей. По факту мы получаем одно основание и 3 сменных корпуса. Несколько новых разновидностей крем-скраба для лица из серии 3 в 1. Стоят они 55 рублей. Скраб подходит для всех типов кожи. Я подобный скраб покупала в желтой упаковке. Мне очень нравится, как очищает кожу, нежно скрабирует. Мыло-пятновыводитель.
Продается в спаечках по 4 штуки. Подходит как для замачивания, стирки и удаления сложных пятен. Помните, я вам недавно показывала вот эти маски-пленки, а еще мы с вами тестировали голубую маску-пленку. Теперь появилась маска в зеленом цвете с экстрактом алоэ, с функциями очищения, лифтинга и экстраувлажнения. Я думаю, по своему действию будет точно такая же, как и предыдущие маски, поэтому брать не стала. Но выглядит очень интересно. Большой выбор пластиковых контейнеров, корзинок для хранения, но, к сожалению, новиночек я пока не нашла, стандартный ассортимент, который мы с вами также уже обсуждали. И вот такие светодиодные лампы снова есть в продаже. Питаются они от батареек. Интересный ночник, который скрасит и украсит любую комнату, особенно детскую. Большой выбор детских книг. Тут и сказки, и энциклопедии. И посмотрите, появились новые книжки-пазлы. Цена 199 рублей, если мне не изменяет память. Подобные книжки мы уже с вами рассматривали. И я покупала своему ребенку. Действительно, маленьким детям понравится собирать вот эти пазлы, читать сказки и рассматривать картинки. Большой выбор книг картонных с окошками из серии «Маленькие почемучки» издательства «Клевер». 30 окошек в этой книге, цена 199 рублей. Очень качественные, очень красочные и информативные. По традиции давайте посмотрим, какие варианты картин для раскрашивания по номерам есть. Очень интересные, милые, большой выбор картин с кроликами, с зайчиками, с белочками. Животная тематика, все такие милые, и вот такой кролик с пузиком очень понравился. Большой выбор игрушек для купания. Тут и душики с шлангами, и наклейки водяные для купания. Но для деток мне больше всего понравилась одежда. Посмотрите, какие милые жилеточки. Это материал, кажется, называется велюр, если я не путаю. Стоит 199 рублей, расцветки есть разные, застегивается на молнию. По качеству пошива у меня никаких претензий нет, все ровненько, никаких торчащих ниток. А еще из этой серии есть брючки, причем разных расцветок. В основном эти жилетки и брюки рассчитаны на девочек, потому что вот расцветки такие девчачьи. Еще для девочек привезли туники, состав 100% хлопок. Это тунички без рукавов, по краю упущена оборочка и украшена желтыми бантиками. Новая тряпка для уборки. Очень плотная, стоит 55 рублей. Размера 30 на 40 сантиметров. Привезли несколько вариантов новогодних подарков. Вот этот подарок самый бюджетный, 55 рублей, вес 200 грамм. Я их купила, и в ближайших видео мы с вами откроем и посмотрим, что же там внутри. И большой подарок весом 580 грамм, стоит 149 рублей. Вот такая стандартная золотистая коробочка. На этикетке указан весь состав, количество тех или иных конфет, но тоже эту коробочку взяла, чтобы с вами проверить, что там внутри. А еще, друзья, хочу поделиться с вами дополнительной информацией, которую мне удалось найти о тех или иных товарах из магазина Fix Price. Надеюсь, эта информация будет для вас полезной.
В принципе, все кондиционеры от Вернель, которые я уже успела попробовать, а это было 3 или 4 разновидности, мне понравились. Мне понравилось, что хорошо они ароматизируют белье, приятно, когда постельное белье или полотенце пахнут приятненько. И вот именно полотенце после использования становятся более мягкими. Краска для волос Палет самая распространенная, которую покупают женщины у нас в России. По качеству, и, конечно, есть претензии, все-таки слегка пересушивает волосы, но все равно за счет того, что она популярная, распространенная, покупают ее часто. Но именно в фикс-прайсе можно ее найти за 99 рублей, хотя это бывает не так уж и часто. Новая линейка шампуней, которая представлена в фикс-прайсе от Академии де Бьюти за 55 рублей, к сожалению, восторга у покупателей не вызвала. Несмотря на то, что в составе есть много масел и вообще разновидность этой линейки обширная, пишут, что шампуни волосы совершенно не промывают. Очень жаль. Маску кондиционера для волос глубокое увлажнение с коровьим молоком нашла только пока один отзыв, и тот положительный. Вообще, эта серия Milk River, она хорошая, представлена она как маской, шампунями и кремами для рук. Очень сильно расширилась линейка от Фитокосметик Уголь Профи, и взяла на пробу я маску-пленку для лица с вакуумной чисткой. Но, к сожалению, восторга она у меня совершенно не вызвала. Черные точки как были, так они и остались. И она очень сильно густая. Не знаю, то ли все маски такие, то ли эта партия такая была, но наносить ее было просто нереально. Про крем для рук и тела Фитолиния от Эвелин Косметик с экстрактами оливки и протеина шелка очень хорошие отзывы. Пишут, что хорошо смягчает, приятное нанесение, питает кожу. Стоит эта баночка 149 рублей, но судя по восторженным отзывам, этот крем таких денег стоит. А игрушка «Летающий диск» все-таки покупателей разочаровала. Относят их к разряду игрушек на один день, потому что ломаются быстро. Новые наборы для творчества, которые включают в себя статуэтку из гипса и 6 фломастеров, многим деткам понравилось и увлекательный процесс раскрашивания различных фигурок, и даже нашла одну фотографию, как выглядит готовая фигурка. Очень даже ничего. А вот когда искала отзывы о шахматах на магнитах, была очень сильно удивлена. В нашем магазине они стоят 199 рублей, а в других магазинах находила и за 99. В чем разница, совершенно не знаю, но покупатели отмечают, что шахматы им понравились. Вот эти ролики для песка, я думаю, деткам точно понравятся. Но есть одна загвоздка, что лучше всего играться этим роликом на мокром песке, тогда отпечатки будут видны. Либо же можно в какую-то большую форму насыпать много кинетического песка, и тогда этот ролик на нем тоже сможет штампы оставлять. Идея с питомцами в переносках очень классная, но, к сожалению, непонятно, какие животные сидят внутри. Но я нашла несколько фотографий питомцев, которые могут попасться. Вот такая игрушка снайпера многим родителям понравилась, но единственное, они хотели бы, чтобы отключался звуковой сигнал. К сожалению, это невозможно. В большей массе отзывы про шампунь Шаума «Свежесть хлопка», который недавно появился в фикс-прайсе и стоящий 99 рублей, вполне неплохие. Конечно, каждый шампунь подбирается чисто и индивидуально, но все-таки большинство положительных отзывов говорит о качестве шампуня. Но зато вот отзывы совершенно разнятся про шампуни, сыворотки и восстановители от Фитокосметик. Серия называется «Здоровые волосы». Это те самые шампуни в красивых коробках. Конечно, тут отмечают более натуральный состав, что в составе нет СЛС, но, к сожалению, не всем эти шампуни подходят. Я покупала подобный шампунь именно на сайте Фитокосметик с эффектом ламинирования, но мне он не совсем понравился.
И что ты подкачал? Этот гель для душа под названием Бель Коктейль с ароматом апельсина и шоколада. Пишут, что есть проблемы с пенообразованием, у кого-то даже сушит кожу при его использовании, но как-то не очень покупателям этот гель зашел. О жидком мыле от фирмы ФА, к сожалению, я пока отзывов не нашла, но все-таки больше доверяю бренду и надеюсь, что мыло будет нормальное, тем более написано, обладает антибактериальным эффектом. Надеюсь, что это так. Новые наборы фломастеров за 99 рублей, состоящие из 9 штук, тоже некоторым родителям понравились и говорят, что именно маленькие фломастеры очень удобно держать маленьким деткам в руках. Вот такая тавтология. Когда я впервые увидела вот эту расческу, я совершенно не поняла, как ее использовать, но спасибо моим зрительницам, которые подсказали, что это специальная расческа для нарощенных волос. Но и были комментарии, которые говорили о том, что расческа не очень хорошо расчесывает волосы, поэтому тут, видно, тоже нужно подбирать чисто индивидуально. Чистящий гель для унитаза от фирмы Санитария Формула в принципе неплох, по густоте он средненький и обладает таким легким хлористым запахом. Ну а новый чистящий гель от Санфор «Белоснежная чистота и дезинфекция» подходит как для чистки унитаза, ванны, раковины, для обработки различных поверхностей. По густоте он сильно густой и аромат, скажем так, запах прям сильно-сильно хлористый, что даже бьет в нос. Но зато он сильно очищает, убирает все застарелые пятна, работает очень хорошо. Средство чистин для мытья полов неплохое, однако учтите, если вы сталкиваетесь с проблемой липкости после него, просто нужно добавлять меньшее количество этого геля в воду. Многие девочки в комментариях спрашивали, как же правильно пользоваться атомайзером. Нужно с флакончика с духами снять вот эту разбрызгивающую штучку и просто нижней стороной атомайзера, где есть специальное отверстие, надавливать туда, и тем самым духи будут перекачиваться. Но, однако, учтите, есть много комментариев, которые говорят о том, что эти атомайзеры попадаются бракованные и протекают. Так что тут, как говорится, как повезет. Но зато о новой массажной расческе за 199 рублей, вот с такими вставочками, на которые можно капать масло. Отзывы хорошие, девочки говорят, что пользоваться очень удобно, и эффект применения масла становится более эффективным и заметным. И при этом чувство загрязненности волос не возникает, то есть наносится масло прям очень-очень деликатно. Довольно неплохими оказались отзывы о скрабе для лица от фирмы Фитокосметик, серия Уголь Профи. Говорят, что увлажняет, смягчает, обновляет кожу, однако сильно глубокого очищения и удаления черных точек после применения этого скраба ждать не стоит. Крем для рук Витаника «Питание и защита» очень плотный по своей консистенции, жирненький, так что кожу рук будет смягчать хорошо. Вот такие формы для пирога от фирмы Симакс постоянно бывают в продаже в фикс-прайсе. Если еще с ними не знакомы, обратите внимание, фирма проверенная, формы хорошие, все их нахваливают. Также хорошего качества вот эти наборы посуды для деток, состоящие из пиалушки и чашки за 199 рублей. Бывают они в разном оформлении, с разными героями мультиков, но тоже многим мамам нравится, ну а детки тем более в восторге увидеть на посуде любимых героев. Вот и подошел к концу этот обзор. Надеюсь, это видео было для вас хоть капельку полезным. Если это так, поддерживайте пальчиком вверх, подписывайтесь на канал. Ну а на сегодня это все. До скорых встреч и пока-пока.